Все, перезапустил 60 фпсами, поехали. Минато против Спеллсингера, начинается битва. Голосуем за победителя, точнее за того, кого болеем, голосуем. Я за красивую игру, конечно же, болею, как обычно. Какого матча демку? Гулди, что еще за проблемы? Просто не ты первый пишешь об этом. Пошел газ у Минато. И пул заказан. Нигде его нельзя скачать, повтор. Будет вот. Можно будет вот посмотреть. Что, 19-20 по рабам. Спеллсингер немножечко впереди. Гейт, нет, киберначка был билд. Гидра или реалити, думаю я. Думаю, что реалити. Так, густится адепт. Ставилась у нас с долларовой карты. И вот так. И на другие реквизиты просто это сделать, значит, наверное, можно. Не знаю, в чем там проблема гигантская заключается. Ну что, Старгейт делается. Здесь передропчик от Минато, обратите внимание. Опа, передропчик и коготь пошел. Интересный какой-то билд. Готов ли Спеллсингер, вопрос хороший. Честно говоря, даже не знаю. Залетает оверслингами. Здесь уже пилончик готов. Линги дропаются. Спеллсингер выставил оверчаш. Не поспешил ли он? Мне кажется, что что-то он поспешил. Здесь у нас линги прибегают. В это время харас на мейне рабочих идет. Особо пока Минат ничего не убил, закрывается. Закрывается Сингер. Пытается Спеллсингер пробок отконтроливать сейчас. Уводись. И, кстати говоря, эффективно отконтролил, отбился с минимальнейшими потерями просто. Плюс гиты пошли. Так. Пользователь Андрей Митенко активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Андрей Митенко. Второй эволюшн у Минато любит очень. Он грейды делает с двух эволюшнов. Очень грейженную армию он любит. У Минато стиль такой очень частый, мало рабочих, много боевого лимита и агрессивная такая игра. Полетает Спеллсингер, еле-еле дрона одного убил, разменял больше половины, не больше половину хп там где-то разменял, хотя не, вру, больше половины, намного разменял хп, имеется в виду плюс с полями. Вот, на этого рабочего. Ну, поля сейчас восстановится, в итоге 40 потерял. Оракул жизни.
Так, здесь у нас летают фениксы, при этом гейты открываются, адептов все больше и больше становится. Нужно нексу заказывать, supply блок у спеллсингера просто гигантский сейчас по времени был. Да, варп еще адептиков идет. Адептиков уже 6 штук, один на рампе, 7. Форжа, твайлайта пока не наблюдаем, фениксы строятся понемножечку. Оракул не понимаю, где находится, где он. А вот он, оракул дома висит для защиты от лингов, а фениксы пока прилетают харасить. Королева минус. Королева минус. Здесь инъекции пошли. В общем-то, приходят адепты от спеллсингера, телепортируется он прям в лингов на муве несколько секунд. Ходил сейчас вместо того, чтобы лингов атаковать, но все-таки в итоге атакуют лингов. Атакуют Мината, а лимита спеллсингера больше. Телепорт на мейн адептами идет. Неплохо Стингер атакует, если бы у них еще скорость атаки по этих адептов было, вообще бы замечательно было бы тогда. Королеву все-таки забрал, линги здесь отбиваются понемножечку. И Мината делает, что интересно, сейчас свич в ранжовые грейды. Редко я от него такие видел, свичи, потому что больше он линга ультралов стиль любит. Здесь у нас уже имморталы строятся, робо, фениксов все больше и больше становится. Гидры 7 штук заказаны. Нет, вот и Старкрафт стал более разнообразным. Я надеюсь, что будут наши тащить. Поэтому, ну что, фениксов 6 штучек. Ну что-то последнее время. Да что, команд мало. Точнее, их нет практически. Поэтому слабо как-то отыгрывают. Пилончики запилены по периметру. Да, варп трех зелков идет. Три сентри здесь у Сингера. Выход Мината делает с гидралиском. Смотрите, боевого лимита больше. Но здесь два роба и мортлы по два строятся. Ну а что здесь и мортлы? Они, конечно, будут по двадцатке стрелять, но бонуса у них ни по кому нету здесь. В общем, проблема Мазеркор, ё-моё! Спеллсингер теряет Мазеркор с 200 энергии просто на ровном месте сейчас. 6 адептов идет, да, варп. Чарж делается. Ну вот если адептов варпишь, наверное, скорость атаки надо было адептами сделать, адептом сделать. Так, фениксы возвращаются, улетают назад. Стазисные ловушки сейчас заканчиваются. Можно прямо в бой стазисную ловушку сейчас Спеллсингеру было бы запилить. Но он оракула просто привел отдал. Кстати, это грамотное решение. Представьте, зерк бьется и в него в бою стазисную ловушку ставят. Если он не фокуснет ее, то это может привести к жестким последствиям. Призма строится, эморкла добавляется. Чарж сейчас будет готов. Плюс 2 спеллсингер заказывает. Здесь 3 единички грейды у Минаты по земле. И архивы темпларов. То есть архончики скоро будут. Ну, кстати, Люркер Ден — это решение от Мината. Очень такое серьезное и важное, потому что поможет ему это отбиваться. Без люры здесь ему и не отбиться, я как так думаю. Четвертый Никс уставится, который Мината не контролит, кстати говоря. Я вижу 5 люркеров сейчас запилено. С призмы варп идет. Два архона, зелки, адепты. Нужно делать вот на всю, в этой армии всей, ну вот есть адепты, значит нужно твайлайт-то сейчас просто, вот он бустится. Закажи после чажа скорость атаки адептам, и вообще все будет его. Так, Мазеркор здесь есть, пробки переводятся уже, смещается с Мината или не смещается Мината. Ой, разминулись сейчас, зерк разминулся в Протосом, Протос идет к зергу сейчас.
Это для Зерга очень печально почему-то, потому что он на муве, люра не закопана. Да варпы здесь идут, а еще и фениксы ведь люру эту могут поднять достаточно легко. Можно сейчас дальше пройти, хату-то нужно дофокусить было. Не дофокусил, хату сейчас полфиндера, это ошибка. Поднимается люра, и этого достаточно, чтобы, как мне кажется, нанести критический дэмэдж Зергу здесь. ГГ Минато пишет, Спелсингер легко пробивает его. Достаточно. Ну а мы ждем следующую игру. Так, Минато зовет, захожу в игру. Ну что, вторая игра начинает сейчас сетку на выбрали, я обновлю еще раз. Посмотрим, что там происходит. Изис Гуру сверху бьется, здесь на Сплсинге Минато. Мастер Вася ждет победителя Кассандау. Ну что, будем смотреть. Шестнадцать, 14 по рабам. Спелсингер через гейт начинает снизу. Гейт газ запиливает. Наверное, Нексус будет. Нексус кибернетка потом. Похоже на этот билд. Точка сборов газ, да. Ну и минералов уже 300. Нужно выводить пробку. Что не выводит Спелсингер? Вот сейчас только выводит. Ну, нужно другую с минералов выводить, потому что вот я очень часто замечал, когда именно эту пробку выводишь, что тогда... А, он не собирается Нексус вообще ставить. Он видит, что там пул первый и заказывает зелка. Вот в чем важность момента. И, кстати говоря, зелок-то успеет достроиться к приходу лингов абсолютно точно. Значит, что Спелсингер будет в безопасности. Второй зелок заказан. Нексус нужно строить. Так, вторая пробка. Это, наверное, мисклик. Точка сбора просто внизу стоит. Поэтому он сюда и выехал. Да, пошел Нексус. Сингер убил тут несколько лингов зелком. Почему-то больше не бустит. Гейт. Сейчас гейт могут, может, Минато прогрызть. Если он гейт прогрызет, печаль будет для прокса. Оверчаж пошел. Отгоняет оверчажем. Все, ну сейчас адепт выйдет. Нужно бустить адепта. Да хотя и не надо его бустить. Мазеркор здесь есть. Мазеркор дэмэджем помогает. Адепт сам дэмэджем сейчас тоже
будет раздавать. Ну, нанес дэмэдж гейту, а дальше что? Так, газе 3 рабочих, точка сбора на вторую уже ставится. Нужно перевести побольше рабочих на золото, чтобы сразу добываться идеально начинало. У Мината уже золото добывается хорошо. Так, здесь Сингер напрягает золото с Минато. Минато хотел очень сильно поставить, получил пилон и кибернетку. Здесь пробка уходит, линги обратно побежали пилон убивать. Кибернетка отменяется. Понимает Спелл Сингер, что иначе она достроится. Нет смысла ее там держать. Это будет минус 150 минералов. Ну и с задержкой, конечно, хаты на некоторое время, но 150 терять нафиг не надо. Хорошее количество дронов сразу Спелсингер перевел. Вижу буст на адептов грейд пошел. И еще один Нексус бустится. Ну, вот правильное решение. Перевел сюда 12 и сразу точку сбора на мейн оставил. Но если газ начинаешь добывать, тогда нужно точку сбора вернуть. Конечно, что Спелсингер и делает. Интересный билд. После скорости атаки адептов. Так, гейт видит сейчас Минотауэром. Строится робо Дарк Шрайн. Это вообще интересно. Привет, Герповастер. Димага, мы с Пашей решили, что Димага и Вердос получат инвайты. Вот такие вот дела. Ставится Нексус. Третий. Призма делается. Вот, да, вот типичный момент. Даршайн готов. Ни хрена нету, блин. Чё такие дарки пусть. И варпится адепт. Да какие к черту адепты-то, блин. А зачем призму ждать обязательно было? Линги идут вперед. Линги, роучи, реваджеры. Между прочим, пуш без лейера идет. Просто варпани до арпов. Все, изи оборона просто. Будет. Так, здесь адептов отдал Спелсингер. Отдал всех адептов на 13 лингов. Это был провал, конечно же. Дарк наварплен на вторую. Дарк наварплен на третью. Еще дарков до варп пошел. Пилоны оверчажами еще неплохо разваливают. Дарки очень эффективно обороняют. Тут что-то Спелсингер не всех взял вперед с собой. Пилоны падают. Так, дарки разваливают. Сейчас понемножку, но линги очень много рабочих забрали, вот в чем проблема. Ну как очень много, может быть прям не очень гигантское количество, но 8 пробок, неприятно. Но рабочих все больше у просто, чем у зерга, поэтому все нормально. Да, и здесь на золоте два дарка на втором есть. Нужно пробок немножечко отвести. Спелсингер вообще на дарков никак не реагирует. На лингов, простите. И это печально. Ну, зато дарки дорезают. Минато непонятно, зачем раздает лингов сейчас. Просто сейчас Спелсингеру можно взять и... Так, Архона слил. Взять, построить рубу призму, там, я не знаю, чарж сделать и выйти с Архонами. Попытаться. Ну здесь харас на мэне идет. Дарки, ё-моё, дарки пилят. Сингер за контроль дарков. Еле успел двух забрать. Нужно варпануть еще двух. Можно архончиков слить и подхарасить архонами примерно. Ну, Минато роучи строит. Ну, с полсингера пробок на 10 штук больше, чем дронов. Ну, у зерга больше боевой лимит, соответственно, в чем... Больше на двадцатку. Общий лимит больше, соответственно, и боевой больше, хотела сказать. Так, давар дарков еще, архончиков пару будет сейчас. Сливается еще архон. Овер не видит этого. И это очень хорошо. Вот он морфится понемножечку. Оп. Садится все в призму и полетит далее.
Минато продолжает пушить. Здесь адепты плюс Эмортлы. Так, Эмортл там поля врубает. Где же призма-то? Надо залетать на мейн. Заходит Минато. Если Стингер отбивается, у него все вообще замечательно становится. С призма архонов нужно дропнуть, что и сделал Минато. Да можно лэйр добить архонами, они нормально тут в хату стреляют. Два Эмортла есть, Эмортла отступают назад, поля врубают, уверчаш. 110 на 24, зерга пока больше по лимиту, дарки падают. Да и пока, и судя по всему, больше останется. Архонами лэйр минуснул. Но что-то падает у нас просто на третьей базе. По лимиту становится совсем уж больно печально как-то. Но здесь зато на второй есть филды, есть сентри, филды пошли, есть Эмортл. Дарк тут на халяву нарезал, хотя у Версира есть. Так, филд-то, ё-моё! Чё Сплсингер делает вообще? Я не понимаю. Просто выигранную игру отдает. Ну кинь ты филд-то второй, блин. Нет, ни хрена не... А, он призмой здесь летает. Ну, блин, тебя дома вся армия зерга пушит, а ты контролишь два архона там. Конечно, это ГГ, судя по всему. Хотя еще пока не катастрофа по лимиту, может что-то случиться еще. Ну, можно было сталкерами сбить, к примеру, уверсиров. Варпануть дарков, а так как нет лейера, за счет дарков-то и отбиться, собственно говоря. Вот, что и делает в итоге Сплсингер, но, по-моему, он поздно сообразил насчет этого. Двух зелков, да, варп еще идет, дарки неплохо помогают сталкерам здесь нарезать. Отбивается Сплсингер. А, и архоны здесь все развалили. Не зря контролил архонов. Не зря контролил архонов. Нужно лингов убить. По-моему, погибла призма на спорке. Дарки падают. Ну, еще тут поразбирал несколько юнитов. И, простите, архоны падают. Поразбирали еще несколько юнитов и погибли. На третьем Нексусе идет буст. Вот варпани дарков отбит и третий, ё-моё. Зачем его терять-то? У зерга даже лейера нету. Он даже его заморфить не может, пула нет. Ну, про это не знает Сплсингер, но то, что лейера нет, он прекрасно знает. Линги сагрились, линги хату не добили. Нексус, простите, не добили. Здесь забегание адептов идет. Можно прибежать спорку, фокуснуть. Тут много чего можно было бы сделать, на самом деле, просто... Стеночку закрывает, призму не устанавливает, но выдвигается вперед. Последняя атака от Минато идет. Сплсингер как-то провально дерется. Адептов на медленный пилон варпает. Ну вот видно же, что у Версира нет варпанит и дарков. Еще он здесь один. Дарк спаситель просто. На самом деле положение для Протса спасает. Дарков доварпил Сплсингер, но Минато уже срезал Нексус. Ну у Минато 16 дронов и вообще ни хрена нет. Какие-то архоны. Нахрена здесь архоны, когда дарков нечем обнаружить. Два золота здесь добывается еле-еле у Минато. Он строит боевой лимит, он хочет продолжать прессинговать оппонента своего. Интересное, конечно, решение, но здесь уже дестабилизатор первый сейчас будет готов. Ну, мудрит Сплсингер, тут не дестабилизатор, нужно просто побольше юнитов варпануть и отбиться. Хорошо, что дарков нечетное количество было, и один дарк в итоге выжил. И он-то и спасется. А, нет, смотрите, лейер сделал Минато, я был неправ. Лейер сделался. Так, стреляет дестабилизатор. Неплохой взрыв, но могло бы быть и лучше, могло бы быть и жестче. Адепты держатся, пока архон тут бегает из-под фаерболов, уворачивается Минато. ГГГЛ, пишет Минато. Ну что же, Сплсингер молодец. Идет в полуфинал.
близок к квоте. Другие пары пока неизвестно, что у нас и как. Ну что ж, будем ждать. Будем ждать. Я что-то не понял. Я чуть не понял, почему-то стоит соло в матче, десайдер матче. Тех поражения дали или он уже 3-0 слил, я чуть не понял. Файеркик уже успел слить 0-3 или это тех поражения? В смысле выходил? Когда он выходил? Просто в самом начале выходил или через сколько минут он выходил? Я еще не понимаю. То есть только загружалась игра, и он выходил сразу, что ли? Ну ясно. Сейчас я спрошу, почему-то оставки не отменились. Спрашиваю, почему ставки не отменились? На такие матчи должны отменяться они. Потому что это реально бред, как бы. Если у кого-то пригорело, то это приравнивается. Ну, так 3-2-2 можно приравнять просто легко, как бы. Это то же самое абсолютно, я считаю. Так, что там происходит? Ну что, Кас против Мастер Вася начинается битва у нас. Поехали.
Ну, посмотрим, как Касс Мастер Васи отыграет. Мастер Васи молодой игрок. Так, чуть-чуть FP-шечки. Сейчас я там пишу. Upgrade complete. Так, я стримлю корейские турниры, сейчас других особо не было просто. Привет, Бутлнетч. Ну что, летят мулы от Мастер Васи. Кас прилетает уже медиваком с минками, дропчиком. Минку закапывают, выкапывают. Не, ну Кас тоже наивно. Наивно сейчас пытался перекопать минку перед носом у просто семи мариков. Как она могла успеть закопаться, я не знаю, но нужно было отвести ее под мариков закопать, видимо. Здесь Касс отлетает, Мастер Вася дропается, и Касс просто улетает сейчас. Второй медивак на муви прилетел такой. Танчик едет, марики еще вперед идут. Касс сейчас собирается, видимо, с мариками и сичтанком подхарасить еще. Причем, на самом деле, можно просто двух мариков загрузить медивак и танк взять еще просто-напросто. То есть дропнуться прямо на мейн, а не внизу где-то. И это будет серьезный урон на самом деле для Мастера Васи. Так как у него медиваков я не наблюдаю. То бишь он просто не сможет отконтролить все это дело. Только-только первый строится. Собирается Касс залетать. Можно бы и на ускорение было ворваться. Вспомнил Касс про ускорение. Дропчик летит, танк дропается, плюс марики дропаются. Танк атакует, марики атакуют. Проблемы у Мастер Васи очень серьезные сейчас. Есть два танка в Сидже.
Нужно кассу отвести Мариков. Касс не контролит твой друг. Ну да кошки еще поубивают, еще что-то поубивает. Сейчас можно на вторую передропнуться кассу. Он не контролит вообще ничего сейчас. Касс просто забил на дроп. 65-44, но он и так гигантский демон уже нанес. Плюс Либератор. А когда ли? Кого Либератор-то? 16 КСМ-ок убил Либератор. 8-37, Либератор 16 убил. Я этого не смотрю, просто нету таблички, что КСМ-ки погибают. Ну что, гелиончичек минус. Идет мастер Вася в контратаку. Кстати, лимиты боевые сопоставимые. Очень даже. Но... Мастер Вася на муви заходит, ему просто ничего не сделать здесь, к сожалению. Пытается тут подойти. Что он делает? Что он здесь вот забыл вообще? Ему не надо здесь стоять, касса в блокаду брать. Ему нужно атаковать было. Передроп пошел. Без стима пока что передроп пошел. Передроп для касса такой не очень приятный, но... Так, касс складывается, уходит. Что касс-то делает, не понимаю. Посмотрите, мастер Вася фактически выравнивает сейчас ситуацию. То есть он просто-напросто сейчас убил рабочих так, что почти что ровно стало. Целую базу кассу убил. Ну, у касса 30 цешки, я думаю, и у него стим готов. Так что я думаю, что у касса все равно в этой игре преимущество очень хорошее сохранилось. Так, непонятно, что касс делает. Не контролит Либератора. Вот его сюда можно было разложить, танками прикрыть, например. Этого не происходит пока. Марики на стиме Викинга пытаются забрать. Викинга забрать не так-то просто. Он улетел назад. Либератор раскладывается. Либератор делает пиу-пиу. Один танк минус, остальные уходят сейчас. Касс на стиме спускается, танки свои дропают. Разваливает мастер Васю нафиг. 50 на 90. Но мастер Вася пока как бы не пишет. Мастер Вася сопротивляется до конца. Заходит касс на хайграунд. Ужасный врыв через рампу. Мариков очень много теряет, но слишком много боевого лимита здесь было. Блин, ну танки не достают до танков мастер Васи, что самое интересное. Третья цешка, правда, уже добывается. И дроп на мейн прям заходит сейчас. Дроп этот летит на вторую базу. Здесь три танка сбивают. Все, и ГГ наконец-то. Мастер Вася пишет ГГ. Ну, касс, я вам скажу, не очень уверенно отыгрывал.
Привет, Костик, Киев. Ну что, ребята, 1-0 касс. Our SCVs are under attack. Ну что, ребята? Готово факта. Погодите-ка. У мастер Васи на два рабочих меньше. Мастер Васи что-то завтыкал. Гелиончики и риперы строятся. Ну, это такой билд через рипера. Гелионов стандартный. Гелиончик выезжает на Ксилнагу касса. Сейчас с двух сторон его мастер Вася зажмет риперами. Провал полный. Сейчас касса совершил. Гелиона отдает своего. Фига там у мастер Васи Гелион газует. Так подрезать хочет. Аж на попа встает. Резко что-то прямо мышкой нажал. Он быстро подорвался. Здесь у нас миночка на рампе, как пается, мариков новых касс добавляет. Медива, гелиончики строятся, мул полетел. Залп по риперу, минка минусует рипера. Ну и касс летит в дроп, посмотрите. Мастер Вася боится, мастер Вася не знает, что у касса вообще здесь ничего нету в данный момент. Викинга посадите, викинг отобьет, кстати, вот эту всю агрессию, любую агрессию фактически. Минка закопана, ее бы сейчас крампе бы перекопать, но мастер Вася это не делает. Либератор разложился, бедный Марик. Не успел он выйти из линии. Все очень просто. Нужно выйти из линии. Все. Единственное условие. Но Марик не успел этого сделать. Не увел его касс. В итоге дропчик-то улетает. Но минка-то здесь до сих пор осталась. И она очень неплохо сейчас бабахнуть может. Бабахнула одного КСМа, минуснула, одного продемаджила. Второго демаджиного уже до этого с сплэшем забрать не получилось. Ну, еще один выстрел не пройдет, потому что реточка раньше будет готова, и ее минуснут, эту минку. Танк, гелиончик и рипер. Касса ЦЦшка готова. Танки строятся, медиваки. А нет, это викинги. Минка минус в итоге, как я и говорил. Ну и тоже ЦЦ-шку мастер Вася заказывает. Каз забыл про то, что орбиталку можно сделать. Завтыкал сейчас очень сильно.
Здесь всего один викинг, а с тремя своими летит. Так, залетает он викингами. Нужно немножечко отойти. Можно выход уже делать. Здесь гиленочки, есть танки. Можно подойти сюда было, заблочить, к примеру, рампу и заполучить преимущество по воздуху. Здесь одна ЦЦшка, какие сканы. И вижена бы не было просто у Васи, у мастер Васи. Ну, Касс этого не делал. Касс что-то летает викингами своими, летает. ЦЦшка, здесь есть танки, есть медивак один есть. Ну не хочет Касс атаковать пока. Касс думает, а что вот он, вот что Касс на мэне стоит? Викинги вот здесь вот летают, все абсолютно контролят. Касс думает, что какой-то дроп что ли к нему. Выхода нету, дропа нету, как бы. Касс просто не понимает, видимо, что происходит. Привет, Вердос. За старое ты все, за свое. Касс в последнее время слабенько отыгрывает, поэтому инвайты не даем. Даже Димаг как-то больше тренится. Поэтому дали Димаги и тебе. Ну что, готовы щиты. Можно выходить. Стимпак тоже готов. Мастер Васи, стимпак. О, какой у Васи, Васи, Васи. Нет никаких стимпаков, ничего у него нету. Летает тут Либератор рядом. Сканит мастер Вася. Касс что-то ходит за вперед. Вот у Касса последнее время такое ощущение, что абсолютно отсутствует чувство каких-то таймингов. Вообще чувство преимущества. То есть есть преимущество или нету. То есть Касс просто строит юнитов, как бы, и что-то потом само собой происходит. Так. Раскладывался Либератор, но минус в итоге. Блять, сгибатор Куатеран Вик делся. Я так понимаю, он инактив сейчас почему-то. Я не знаю, что там, куда он делся, если честно. И почему он куда-то делся. Мне это неведомо. Ну, у нас сцена, сами знаете, какая. Команд нет, то есть кто играет игру, кто не играет. Ну, нет желания, если побеждать, как бы зарабатывать этим. Вот. Никто другой не заставит, естественно. Даже если была бы команда, просто подход типа, такой неприемлемый. Ну, команда хотя бы, если платит, там есть обязательства, то есть, когда там тренится. 95-41 по лимиту. Прогоняет Касс вторую базу. Мастер Вась на мэне сидит. Касс прилетает дропчиком сейчас. Но почему-то не стал дропчиком. Странно. Хотя там даже стимпака нет. Да можно просто снизу зайти этими юнитами и дропнуться еще наверх потом. Касс что-то летает туда. Вот что? Касс какие-то круги почета наворачивает просто вокруг. Непонятное. Загрузи все танки. Загрузи. Тут все есть. На всех медиваках хватит. Просто всеми подлететь и убить. Все. Касс и собрался так сделать, судя по всему. Да, врывается Касс. Танки дропаются. Марики дропаются где-то внутри танков, там они находятся. Касс танков фокусил. Стимпак готов наконец-таки, но он уже не спасет мастер Васю. ГГ он пишет. Ну, если бы мастер Вася Касса выиграл, это было бы, конечно, похвально для мастер Васи, но для Касса это был бы полный провал, поэтому... Поэтому, собственно, мастер Вася Касса и не выиграл. Кагуру против Джара Икс Хус играет в верхнем полуфинале ЗВЗ, а Касс будет со Спелсингером играть.
Туда-то я сейчас и ворвусь. Так, ну что, продолжение ждем. Ну что ж, идем, пока почеркают, и будем заходить. Кстати, сегодня СК2 Improv Team League. Там интересный матч. Team Liquid против Euronix Gaming. То есть команда там Smooth Bunny против FireKick, Нерча. Можно посмотреть, это будет. Привет, Никс. Чат давно уже работает. Так, в СПБ не собираюсь пока. Других дел хватает. Поздравляю тебя с днем рождения. Вот. Не знаю, как поеду, без понятия. Погнали.
Так, поздравляю, что выиграл клавиатуру. Спеллсингер против касс у нас бьется. Долго ли я буду стримить еще сегодня? Ну, я пока не знаю, если честно. Ну, до конца Бобролигу точно. Не знаю насчет кланвара вот этого от SK2 Improve. Может быть, и кланварчик постримлю тоже. Посмотрим. Так, голосовалку просите в чатике кто-нибудь. Юра запилит или кто-нибудь еще. Прилетает касс, начинает сахара с рипером. Адептик спускается, рипер улетает отсюда вообще. Ну, Спеллсингер не идет рипером в разведку, он тут третью свою базу проверяет. Твайлайт... Робо. Twilight Robo. Что это будет, интересно мне? Уж не Dark Shrine. Нет, не Dark Shrine подбустил сейчас Twilight. Spellsinger. И заказан скорость атаки адептом. Бывает, и стихами заговоришь. Всякое бывает. Адепт приходит, крампичит, Spellsinger боится сюда телепортнуться, не знаю. Почему, ни минки, ничего там нету. Так, спасибо, Илюх. Что, медивак залетает. Спеллсингер его легко вообще принимает. Но Минка успела стрельнуть и одного сталкера подрезать. Ну что такое один сталкер, когда тиран рассчитывает экономику Протсу повредить хоть как-то? Видимо, суверчаж был. Рипера касс вообще не контролит, отдает. Ну, дома третья цешка зато строится и продакшн. Очень даже неплохой. Два барака плюс... Уже делается стимпак. Прилетает Спеллсингер. Адептами двумя штуками нужно загрузить их, улететь. Вот было бы здесь 4 адепта плюс, там, я не знаю, варпанул бы еще 3 семью. Адептами со скоростью атаки здесь уже навалить можно было бы неплохо. Навалять тирану. Либератор прилетел, так как призма без мува легко либератором. Кас заберет ее. Нужно на муве атаковать просто.
не очень Кас нам ее атаковал. Призма ушла. И варп пошел на 4 хп. Здесь бараки плюс добавляются. У нас бараков все больше и больше становится. 5 штучек сейчас будет. 3 уже есть. Какие-то стенки Кас, странное дело. А, ну если сюда адепты варпанутся, чтобы не выйти было. Вот сюда, в минеральную линию. А здесь-то и туреточка стоит. Ну, интересное такое решение. Спускается Кас. Что-то тут пришел Спелсингер. Сталкеров не так уж много, кстати говоря. По боевому лимиту так вообще одинаково. Выход пошел еще и Морфлом с Энтриами. Дрейды, скорость атаки, адептом и блинк. Ну, в лоб на Каса наломиться. Ну, хотя нет, вот если сейчас наломиться, вообще бы в хлам можно было пробить, например. Но наломов никаких пока не предвидится, насколько я понимаю. Или же все-таки Спелсингер будет прессовать. Нет, вернул и Морфлоп назад, значит не будет. Может быть, сталкерами попробует, конечно, что-то он сделать, я не знаю. Можно, кстати, сейчас обсервером было бы подсветить просто вот это все дело и сделать что? Заблинкнуться сюда, тихо постоять, пока Кас не видит, подождать КДшечку блинка, пройти на мой вот сюда, пару рабочих сбрить, овса подвести вот сюда, переблинкнуться наверх и разводить Каса вот на этих движениях. Но, скорее всего, Кас танки бы сюда быстренько подвез и сильно тоже не развел бы здесь. Но можно было отсюда бы сюда, потом вниз уйти просто на лоу-граунд и свалить. Пулсингер, кстати, здесь рядом и стоит. Но он не собирается никуда заблинкиваться. Вот сейчас Кас выход делает. Просто обсервера подведи, конечно, конечно. И все, заходит Спелсингер. Развел Каса сейчас на ровном месте. Призма залетает. Кас возвращается. Скан, минус опса нужно было тоже отвести. Здесь у Кас хорошая оборона в итоге. Ну вот, обсервер не отвел, заново не заблинкнулся сюда. Можно было Каса долго держать вот так вот. Кас делает выход, а лимит-то боевого много, я вам скажу. Очень даже. Четвертый Нептус, я думаю, Кас отменит. Шторм у Спелсингера еще не готов, и будет готов только через 40 секунд. 40 секунд это много, за это время может все измениться, нужно поэтому каким-то образом тянуть время сейчас, ждать шторм. Филдами, там, я не знаю, Гвардиан, Шилдами Спелсингер подходит. Адепт вперед посылает, куда ты полез-то? Шторм еще не готов, полез до... Ё-моё, какой фейл Спелсингер, куда ж ты лезешь-то? Полез до готовности шторма и сминает Каса все равно. И все равно сминает Каса здесь, в этой битве. Но по лимиту Каса все равно больше, обратите внимание. Но это типичная ситуация еще из Вола. Когда Кас хоть минус и дерется, а по лимиту все равно больше. Так, Медивакис Полфингер сбил все, всех мародеров бил. Только сейчас по лимитам сравнялись примерно. Вот он, прирост стоит. Кто-то почему Кас все вперед не вел сейчас? Подошло бы это где-то вот... Поближе бы были бы эти юниты, они могли бы точку в этой игре поставить. В итоге у Спелсингера шторм есть, но ему нахрен не надо было сейчас наламываться так на Кас. Если бы он чуть подождал шторма, Кас бы сам вперед пошел, он бы в мясо бы просто там смял бы его. Плюс фотоночек пару еще бы заказано. На базе в кармане для того, что если дропы пойдут вот с этого направления, было время на реакцию, чтобы фотонки плюс шторм отбивали. Ну и обсерверов виджена у Спелсингера маловато. Обсерверов нужно больше добавлять, конечно. Вот один всего лишь есть. Кто в этом направлении еще призма летит. Ну, Касса, так как обсерверов тоже нет, но у него тут уредки, как бы у него перестраховано все. Эдж тиран. Двойной дропщик от Касса и как раз на базу, где три фотонки, где пси-штормовик. Мазеркор тут рядом еще летает. Еще один пси-штормовичок стоит. Так, принимает бой сейчас Касс. Здесь штормы. Раз шторм пошел, два шторм пошел. Штормы здесь очень неплохо зашли. Нужно слить архончика одного хотя бы. Спелсингер пытается подрезать медиваки Кассу. В это время Касс залетает на базу в кармане. Так. Оверчажа можно ставить, таких вот чувствовался.
Какие к чертям фидбэки? Я вот просто не понимаю с Колслингера сейчас. Зачем фидбэки там ставить? Два шторма было просто. Здесь полба дропа погибло бы от этих штормов. Фидбэки на медиваке эффективно кидать, когда есть хотя бы еще шторм один, потому что лечения нет тогда, и ты проштормил и фидбэки кинул. А если нету шторма, тогда ну ты кинул фидбэки, ну юнит это все живы, плюс боевых единиц нет. Ладно бы там были взилки сталкеры, то есть ничего не лечится, и точку ставят там другие юниты, а штормовики медиваки минусуют. Ну-ка, а юнитов нету никаких, гораздо лучше шторм кинуть. Он дэмэдж хоть какой-то нанесет и уверчаж там добьет, например. Улиф АК сойдет, 162-132 у Сколсингера. 2К на 1,5К просто по ресурсам. Блинкает вперед, минусует медиваки, но теряет сталкеров. При этом причем теряет. Это вообще... Еще и адепты все на муви идет. Ну, слабенький контроль. Я не понимаю, что Спелсингер сейчас вот это вот такое делает. У него минералов просто немерено. Хотя гейтов 10 штук. Так, здесь адепты дерутся с мародерами. Центре, конечно же, все убьют. Минус мародеры, минус марики. Но Касс, если вперед будет идти, у него по грейдам 2-1 в 2-1 сейчас. Ну, вот протуса 2 армора, полей нет. Нужны до варпы. Почему с 10 гейтов такой медленный варп идет? Я просто не могу вот это вот понять. Их даже 11 гейтов в данный момент, а лимита вообще нет и ресурсов сколько. Варпы просто юнитов, и все. Варп очень медленно. Так, либераторы здесь есть. Кровки идут, отдаются. Ё-моё, Касс пришел, заблочил. Сколсингер сюда вышел. Пятый Нексус отменяет. Адепты пытаются ворваться. А что толку-то под либераторов врываться? Если так адептами врываться, то что-то должно блинкаться. Сразу фокус раз, два, ну и пошел и так далее. Сталкеров должно быть больше. В итоге Касс отменяет Сколсингеру. И пятую вновь строящуюся. И четвертый Нексус он отменяет сейчас. Сейчас вот в такие армии еще адепт такой можно ворваться, попробовать. У Касса прироста значительная часть там дома где-то. Так, адепты заходят, нет, адепты не заходят. Сполсингер считает, что преждевременно сейчас биться. Давай еще сталкеров идет. Делается Даркшрайн. Сейчас 2-2 у Сполсингера будут грейды, но у Касса тоже будет 2-2, а тирановские 2-2 лучше, как вы понимаете. Касс идет вперед. Зачем он идет вперед? Ему, блин, идет вперед и прирост не подводит. Самое интересное, Касс сейчас. Либераторы с приоритетом. Конечно же, штормовиков вырубает. Это мы прекрасно знаем. Либераторы падают. Сталкеры заблинкнулись. Сталкеры плюс адепты плюс архон все разбирают. Но лимита Касса больше, потому что это только малая часть его армии. И 5 мародеров Касс. Вот вовремя решил вернуть отсюда их. Они сзади идут. Спелсингер вижена нет на них. И у Касса нет вижена на Спелсингера. Спелсингер двигает вперед. Фокус либераторов идет. Даварп идет там с призмы какой-то. Здесь архоны со сталкерами до сюда бегают. Назад блинкается Спелсингер. Забирает мародеров, которые возвращались. Нужно развернуться, принять бой с мародерами с другой стороны. Но ресурсы кончаются. Вот из-за того, что Сколсингер 4-й Нексус упал, у него кончились ресурсы сейчас. Вот он вынужден варпить штормовиков, сливать их варпонов всех. Не обязательно было сливать, потому что лучше бы, наверное, шторм был. Наверное, точно лучше бы шторм было бы добавить сюда. Либераторы просто невероятный какой-то дэмэдж наносят. Касс идет вперед, и Касс ставит точку в эту игру 180 на 100 по лимиту. Конечно же, здесь Сколсингер ничего не сделать будет. Сингер, понимая, что ничего сделать здесь не сможет.
Так, захожу в игру. Ну что же, не знаю, неожиданно ли для кого-то или нет, КАС выигрывает 1-0. Base is under attack. SCV ready. Upgrade complete. Add-on complete. SCV ready. SCV ready. Where's the crew? Так, ну что, Денис Владимирович, артист Трэпмен, 100 рублей на Сбер переводит. Спасибо тебе большое. Игра в разгаре, сейчас я запилю тут. А, тут вообще не то, кстати говоря. Прошу прощения, сейчас я возьму отсюда текст. Research complete. Teleport success. Спасибо, ребят, всем за поддержку, кто поддерживает. Ну что, у КАСа тут халява, как обычно, третьи ЦСшки, все дела. Сплсингер отвечает третьим Никсусом. Роба есть.
строится, есть торги, строятся фениксы на этой карте. Опасно играть без торгейта. Так как либераторы могут напрягать очень сильно, но касс не собирается напрягать. У касс циклона, тут очень тамарики. На второй базе минка закопана, кстати говоря. Готова третья ЦЦшка и в орбиталку трансформируется. Прогнал касс фениксов, улетели они. Второй старпорт какой-то ранний. Указ плюс два барака и... А, лаба пошла. Очень интересно. Зачем это кассу лаба так рано понадобилось? То ли грейд на скорость медиваком передвижения, то ли грейд на рейндж либератором хочет касс сделать. Но ведь у него нету фьюжн кора. Как он собирается это делать, я пока не понимаю, если честно. Такс. Ну что, фьюжн кор у касса делается все-таки. Ну, завтыкал, надо было пораньше сделать фьюжн кор, естественно. Минус марик. Чтобы уже в тайминг лабе заказывать грейды. Точнее, не в тайминг лабе, ну, побыстрее, в общем-то, чтобы заказать рейндж либератором. Лимиты примерно одинаковые. Адептов у Спелсингера. И сейчас Шторм будет готов. Четвертый некс играет макро, в общем-то. Что-то сталкеров маловато, правда. Ну, блинк. Так, блинк делается. Сейчас сталкеров тоже, я так полагаю, добавят. Пока одни адепты вообще. В микс чуть за микс такой непонятный. Ну, адепты Шторм, конечно, здесь разберут все тирану, но как только у него будет больше либераторов, будет печально. Обсервер у нас Колдсингер все видит. Врыв на мейн кассу, посмотрите. 15 КСМ-ок уже развалили. На муви входит Колдсингер. Что он делает? Недоконтроливает адептов. Где-то в другом месте контролит, поэтому на муви, собственно говоря, и ходит. Адепты пытаются выйти вниз. Попадают в засаду. Тут со всех сторон касс их принимает. Просто либераторы, марики, мародеры. Циклон там был, но циклона они уничтожили. Здесь до варпчика архонов идет. Непонятно пока мне, чем сползти. Ну, фениксы либераторов, конечно, будут убивать немножечко.
понемножечку. Ну, понемножечку нельзя, ведь они, либераторы, землю не понемножечку убивают, ребята. Они убивают ее моментально просто своим гигантским дэмэджем. Может быть, тут сталкеров чуть добавив, конечно, можно будет биться. Заходят адепты, штормы пошли. Ё-моё, какие жесткие штормы. Сейчас просто каст до врыва адептов. Уже все на штормах слил фактически. Либераторы разложились, нужно выходить из рейнджа либератов. Ой, как адептам больно-то становится. Отступают адепты, либератор понемножечку прессует. Но на третьей базе проблемы. Лимита 150 на 78 сейчас. И ГГ как раз пишет. 1-1. Ждем следующую игру. Врываюсь еще раз. Ну что, третья игра. Лирилак. 1-1. Так, прошу прощения. Ну что, пробочка уходит. Здесь Марик. Факторка строится. Нексус почти готов. Усполнился. Гейт. Гейт, Нексус, кибернетка. Стандартный абсолютно билд был. Пробка возвращается. Домой. Здесь у нас понемножечку строится все. Точку сбора на вторую базу. Начинается добыча на второй понемножечку. Успелсингера Твайлайт ждет готовности. Ждем мы его готовности. Ну и Успелсингер ждет сам. Каст ССшку ставит, строит Марик. Это Марик и Минки. Передруг будет сейчас. Здесь скорость атаки адептом. Но Vision... Нет, передумал Спелсвингер, заказал блинк все-таки в итоге.
Блинк это, конечно, интересно, но Блинк точно не успеет доделаться до дропа готовности, во-первых. Во-вторых, Гейт всего один, в-третьих, нету ни Старгейта, Оракулов, ни Роба, то есть Вижена никакого нету против невидимых, никакого нету обнаружения, точнее, не просто Вижена. Так, ну это может быть очень опасно для спелсингера. Кас полетел вперед, не понял, я видел ли спелсингер этот медивак или нет. Адепт на рампу становится, начиная депошку бить. 10 плюс 3, гейт, плюс 2 гейта и роба. Залетает Кас с дропщиком своим. Минка и 6 мариков здесь находятся. Минка прямо в минеральную линию дропает. Спелсингер вообще никак не... Ё-моё. Минка сразу 5 пробок убивает. 2 пробки убил Кас с мариками. Третью по... сейчас не убил. Адепты приходят, адепты врываются. Пилонов здесь нет. Ну, верчаж с верхнего, кстати, достанет. Но в любом случае печально. 8 пробок минус. Еще Кас тут Твайлайт пытается отменить. Не, ну Твайлайт-то Кас не отменит. Залез под оверчар сейчас случайно. Так, Минка еще залп делает, еще пробки погибают. Суммарно 10 пробок, 2 адепта погибло. Это катастрофа, на самом деле, для Протоса. Но, учитывая ЦЦшку позднюю кассы, еще шансы есть какие-никакие. Но 10 пробок это не все, что потеряет спелсингер. Он еще 3 теряет, 13 в итоге и минус. Здесь Давар Сталкеров очень хочет спелсингер этот медивак бить. Ну хоть медивак сбил, это хорошо. По лимиту в плюсе остается. У Кас там танки строятся. Кстати, ни хрена нет у Каса. Сейчас контр пуш бы, если бы шел спелсингер, мог бы и демедж нормально нести. Да, это бутрини 2-1 быть не могло. Никак. Иначе... Так, у Каса какие-то странные до заказа двух риперов. Это, видимо, мискрик. Просто 100 газов никуда сейчас. Вместо того, чтобы заказать щиты, Кас строит двух риперов. Сейчас. Пелсингер что-то бегает за вперед. Не стал идти вперед. А надо было бы сходить, потому что Кас на халяву ЦЦшку занимает сейчас. Пришел Спелсингер. Кас тут циклонов своего убивает. Я чуть не понял, зачем. Или что он убил-то? Ну, был циклон, но Кас. Кстати, когда сам свои юниты убиваешь, почему-то в потерях они не показываются. Я чуть не понял, почему. Ну, циклона же только что Кас с танками застрелил. Видимо, лимит на что нужен был. Либо мисклик. Не обратил я внимания на лимиты. Заходят сталкеры на мейн. Стимпак отменяет спелсингер. Это фейл для Каса. Так вот взять и стимпак на ровном месте отдать. Щиты почти готовы. Сейчас уже бы стим был готов. Спелсингер выигрывает много реально времени для себя сейчас. И готов Робу Б, я так понимаю, дестабилизаторы будут строиться с Спелсингером на колоссов. Колоссы? Колоссов решил строить Спелсингер, хотя у него перекос по газу, и как раз таки вложить бы в дестабилизаторов его было бы очень даже неплохо. Он решил, что колоссы это будет. Ну посмотрим, колоссы здесь против танков, да, вообще как-то они против кассовского не особо вписываются. Коины выводятся в течение суток. Неплохо. Надо сказать и, ну, нету их. Яркш поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Эх, слил все бабки. Предлагаю ставить на помечи. Спасибо, Яркш. Где же ты их так слил?
Поаккуратнее надо. Спасибо за поддержку. Оп, подвинул всех вообще. И везде. The firstborn shall persevere. Спелсингер пока вперед идет. А я пока циферки. Glory to the Daylong. Так, давайте-ка пока я не буду отвлекаться. Здесь что-то какие-то выходы от кассы двигаются. Спелсингер хорош, как колосса такие. Они страшные достаточно ребята. По виду талдаримские колоссы. Но по эффективности они не такие страшные в лодке, как раньше. Как-то вот так вот отошел немножечко каст назад. Upgrade complete. Ka-boom, baby. Спасибо еще раз всем за поддержку. Спелсингер вырывается сейчас в юнитов касса. Адепты телепортируются 140 на 136. Сплитит касс сейчас, пытается сплитить колоссов. Желательно фокусить бы танки вообще там по... Сталкером стреляют. Ну, сталкеров танки хорошо, конечно, убивают, но колоссы зарешали в итоге. Даже эти колоссы зарешали. Не все касс забирает, не всеми юнитами улетает. 95-120 по лимиту, третью ЦЦ-шечку занял. Здесь бункер есть плюс танк, поэтому может и отбиться. Переблинкивается Спелсингер, но био у касса много, колоссы падают, нужно вниз отступить, адепты помогают, колоссы очень неплохо, мародеры отфокусили колосса, и лимит это, посмотрите, равный абсолютно становится, а у Спелсингера рабочих чуть ли на 15 больше, поэтому боевого у него меньше, нужно быть аккуратным, отступить нужно ему. Вторую атаку делает, у касса 1-1, здесь у нас колоссы продолжают строиться, четвертый Нексус спел заказывает, и... Четвертый Нексус ему нужен, что тут и говорить. Спасибо еще раз за поддержку, Ярк. Или Юрк. Попытка дропа от касса очень неудачная. Так, а тут у нас вообще все по поддержке, кстати говоря. Не так, как у меня написано. Mineral field depleted. I am here in the shadows. Вот так вот все. На самом деле Спелсингер продолжает прессовать, камни пробивает по лимиту в плюсе, но на самом деле... Чуть-чуть в плюсе по лимиту он по боевому. Вот сейчас с новым доварпом только плюс серьезнее становится. Но адептов, посмотрите, сколько. И Спелсингер видит, что у касса не так много юнитов. Адепты, кстати, очень хорошо распределились сейчас. Очень хорошо прямо они распределились. Падают викинги. Все падает в итоге. Это 2-1 Спелсингер против касса. Спелсингер вместе с Гуру получает квоту. Касс уже нужно за третье место биться сейчас, чтобы квоту получить. Мы это посмотрим, я так думаю. Только что-то его оппонента не видно. Так.
Перед 90. Алигулаг сайт. Там можно такую информацию смотреть. В чате тебе скинут, если будешь спрашивать в чате. А не у меня в личке. С большей вероятностью. Что ты спросил? Ты у меня в личке спрашиваешь. Вот сайт. Так, жду инвайта. Наверное, на этом я сегодня закончу. Почему? Да потому что что-то у меня такое самочувствие усталое какое-то. Нафиг, отдохну лучше сегодня. Этот месяц вообще как-то на расслабоне начался. Начался у нас кланвар. Кланвары там одни ЗВЗ будут, поэтому я что-то решил, что пока не буду отвлекаться. Так, вошел инвайт отказа, захожу я. Так, а Тинг еще не кончился турнир. Там Гидра только 1-0 пока ведет. А, это соло, он бьется. Файркейк-то ушел. То есть, так, Соло там еще побеждает Гидру, что самое интересное, какими-то чизами непонятными. Никс, а ты про это все. Ну и не скоро друг будет приезжать, очень не скоро теперь, поэтому... Я даже не знаю, к вам приедет. Поэтому сложно, наверное, будет что-то сказать. Так, что тут поперло? Поэтому следите за языком, а то
кого-то проблемы с языком, а у кого-то с мозгом. Минус Рипер. Оверчажем. Сейчас Рипера убивает у нас. Кстати, Джаджакс Хус. Я думал, что он зерк почему-то, а он протсом оказался. Я чуть не понял, это он вообще или нет. Паш, ты смотрел это? Там никнейм Джа... В сетке никнейм почему-то Джаджакс Хус. И он почему-то зерк, а здесь... А здесь почему-то Протс какой-то играет, еще не понимаю, что за хрень происходит. Может, он сам написал просто, что... Так, я здесь... Ну что, Роба ставится. Ну что, полетел медивак. От касса. Роба здесь готов, кстати, обсервер готов в том числе. Но минка так, марики дропаются, минка-то, и минка последний дропает. Не, не последний, но не самый первый дропает минку касс. Что-то пробки сейчас поводил, немножечко пробок своих. Прот туда-сюда, в итоге минку Кас не сконтролила, она могла бы в стек стрельнуть, она стрельнула в одну пробку. Здесь от Каса контроль просто великолепный в кавычках, его дома просто тут разваливает Прот с адептами. Причем разваливает очень не слабо, я вам скажу, у Кас проблемы серьезные здесь с экономикой могут начаться. 22-37 Курабам, загружает призму сейчас. Адептов улетает. И для просто ситуация это очень хорошая в этой игре, я вам скажу. 37-22 по рабам. Адепты еще раз заходят. Еще рабочих. Сколько уже потерял каст? 23 КСМ-ки потерял уже в этой игре каст. Там третий Нексус пошел, между прочим. АПМ 268. Ну, просто я смотрю, не так уж плохо отыгрывает на самом деле. Третий Нексус ставит. Тут что-то строятся дестабилизаторы. Гейтов добавляет. Скорость призме делает сейчас. Призма вообще живая или нет? Да, живая призма, летает, домой вернулся. То есть после всего этого Хараса, Харас дестабилизаторами еще пойдет, но это интересно. Врывается призма сейчас или не врывается? Летает призма. Туда-сюда она что-то летает. Циклончик есть. Нужно как-то дропнуться, чтобы... А, здесь либератор с викингом. Короче, можно рампу сейчас по рампе пострелять. Реактор с депошками подэмэджить. Викинга с либератором Кас увел, призма-то с мувом. Кас, похоже, не заметил, что призма вообще с мувом.
Призма залетает сейчас. Оп, раз залп, два залп. Ну, неплохой залп сейчас был. Призма улетает в итоге. И не успеет Кассию сбить, она же с мувом. А когда призма с мувом, то и пофиг вообще. Она просто улетает в тупую. 29 рабочих в этой игре убил Протс Тирану. По потерям тоже в плюсе. Три Нексуса добывается. Но, кстати, Касс тоже третью ЦЦшку уже вниз повел. Несмотря на все это, вот я поражаюсь Кассу. Такая хрень происходит. У него больше лимитов все равно. И из этого, и из него боевого чуть ли не, на три, не в два раза больше. Так, призма улетает. Но дестабилизаторы могут быстро эту ситуацию исправить. Не в пользу Касса, на самом деле. Но нужно улететь домой, уже драться с армией со своей, с колоссами там и т.д. и т.д. и т.д. Пытается сзади залететь Протс. Так, выстрелы пошли. Ой-ой-ой, какие! Ну да, вот то, о чем я и говорил, ситуация по лимиту исправляется понемножечку. Дестабилизаторов терять было абсолютно не обязательно. Самое интересное, у Касса и стимпака-то нету даже. Ну, сталкеры без блинка при этом все просто, что тоже не очень хорошо. Так, здесь неплохо, оверчажи наваливают. Так, идет вперед, просто заходит. Под либераторов лезть не стоит, все в куче. Сплита элементарного нету, на муви зашел, отдался, Касс выигрывает эту игру 1-0, ГГ. Да. Спас бы дестабилизаторов, может быть, что-то получилось. Но без блинка тяжело просто против либератора биться. 4 танка там еще, колоссы сейчас не очень сильные. Вот почему я недолюбливаю особенно вот с тираном через робо сейчас играть в лотве. Был бы блинк, был бы чарж там, да и адепты в конце концов можно было бы развалить. Ну никак, не при такой ситуации. Так, где Касс-то, я чуть не вижу. Так, вижу, захожу. Отлично. Поехали. Сейчас, секундочку. Отписал, видимо, это тот дебил, который сверху был писал. Смурф создал, ну, новый создаст, я думаю. Я думаю, еще. Если пригорело. Ну что? Пивончик, гейт, кибернетка. Здесь какой-то странный пилон прямо на рампе. Ну, зато, кстати, он хорошо перекрывает. Только вот если вот кто-то заходить наверх будет, уверчаж будет прямо вот до низа перекрывать все и эффективно работать с одной стороны. С другой стороны,
застроить. Ну, хотя тут пилон здесь, например, и еще один пилон, можно оставить проход. Ну, и танками проще его убивать. Ну, не суть вопрос. Короче, это не суть, не какой-то там важный действительно момент, что пилон так стоит. Более важный момент, что риппер прилетел сейчас от касса. И еле-еле, но улетает. Улетает. Гранатку кинул, оверчаж при этом всем просто потратил, но риппера забрать не смог. Делается робо, здесь пробка пришла. Пробка очень хочет увидеть, что же здесь происходит, но она не видит вот эту факту, потому что вижена-то ей не хватает. Рипер минус. Ну, сегодня проблемы с чатиком. Там что-то с чатиком химичили, поэтому да, на ГГ. А может быть и с сайтом там проблемы определенные. Что-то случилось. Чалик побежал разбираться. Так. Даркшайн пошел у Протоса. Призма уже есть, адепты летят вперед. Но вот почему мне не нравится... Конечно, гораздо хуже иметь призму, наоборот, позднюю, когда Даркшайн уже готов. Вот. Гораздо хуже. Но чем плоха призма вот до Даркшайна, которая залетает харасить, так это тем, что если сейчас ее собьют, эту призму, то... Дарков будет этого билда, просто провал сразу же. И призму-то собьют. А нет, не сбивают. Кас призму улетает. Если подконтролил кас немножечко, хотел бы, если бы... ну, хотя там тяжело. Ну, можно было адептов сбоку вот так вот объехать. Она же все равно там фокусила этот циклон призму. Ну, кас что-то не объехал. Нужно залететь сейчас другого направления. Пользователь Лев699 активировал премиум на ваш канал. Дропается просто. Сейчас пойдет варп дарков. Кассу нужно оставлять сейчас сканы, и он сканы это оставляет. Вот если сейчас он мумов выкинет, например, прямо сейчас, то ситуация так себе будет. Вот Даркшайн готов, но ничего не происходит. Варпа нету. Здесь минка на дальней базе, на мейне марики закопались. Пошел варп дарков. Дарков нужно побольше варпануть и сплетануть их желательно. Прилетает. Ой, либератор прилетает. Мазеркора нету. Мазеркор вообще на второй строится. Пока достроится, пройдет немало времени. Здесь дарком отбивает все-таки прот. Сминку забирает, но мейн блочится в итоге. Здесь врыв дарков идет. Дарки две штуки вместе сейчас находятся. Сканет касс. Контроля дарков вообще нет никакого. Провал полный дарков. Ой-ой-ой, вообще жесть. И вообще полный провал, я вам скажу. И по общему лимиту, и по рабам, и по боевому. Все печально. Спасибо, Лев699. Здесь либератор мейн прессует. Понемножечку улетает на вторую. Но оверчажем процесс его сбивает все-таки. Но ситуация совсем печальная. Видите, потери. 16 пробок было уничтожено по потерям. Здесь двукратное приблизительно превосходство. Близко к тому. Адепты опять залетают. Кажется, эти стенки тут интересно какие-то делают. Призма прям под... Ой, призма прям под туреткой дропает. Минус призма. Два всего адепта дропнулись при этом всем. Одного сразу же циклон принимает. Второй тоже минус. Короче говоря, адепты все минус. У кассы стимпак щиты делаются. Ну, Кас, наверное, до этих грейдов ключевых не пойдет никуда, у меня такое ощущение. А может быть и будет выход делать. Сейчас посмотрим.
что мулы падают. 133.75. Не, да в этой игре все очевидно, просто нужно выйти к асу сейчас. И фактически на оклике точку поставить. А он что им собирается сейчас делать? Прирост можно тоже с собой взять. Ну, можно и дома для перестраховки оставить. Этого хватит, но... Посмотрим, как события сейчас будут развиваться. Пока что нету стимпака единственного. Циклон кассу что-то видит Даркана. Убить Даркана надо. Циклон не обязательно было бы отдавать сейчас. Вперед касс. Дарка минуснул. Циклончик живет тут чудом каким-то. Циклончик что захватывает там кого-то? Адепт захватывает. Адепт тут упал от сплэша танков. 93-139 по лимиту. Касс всех, все танки забирает. Стимпак уже готов. Можно подлетать, на стимпаке забегать. И сзади просто танки сидят. Касс не знает, что стимпак доделался, что ли. Засиживался где-то далеко, хрен пойми. Да, конечно, надо наверх идти. Танки другой. Стимпачится касс. Все, теперь касс уже понял, что стим готов. И продолжается прессинг. Что-то иммортал тут им поля уже снял буквально недавно этим иммортал. До варп нескольких дарков. Здесь нужно скан срочно кассу кинуть. Ну, ГГ просто пишет до того, как касс скан кидает. И это ГГ. И это ГГ, ребятки. Ну, а значит, это ГГ и стриму. Буду прощаться с вами. Завтра у нас Старлига будет. Сегодня ничего больше нету особо. Там кланвар, конечно, есть, но... Я думаю, что без кланвара обойдемся. Сейчас я поменяю захват, ребят. Завтра Старлига. Завтра играет... Это в 12.00 начнется. Статс против Бьяна и Рагнарок против Пейшенса. ПВТ и ПВЗ. Два очень крутых матча будет. Приходите завтра смотреть. Вот. И до связи. Запись от... Запись Бобролиги на YouTube сейчас выложу.